Очередные фуры со львовским мусором доехали до Тернопольской области. Полицейские остановили две машины неподалеку Малошавецкой свалки в Зборовском районе. Как сообщили в полиции, владельцем грузовиков оказался предприниматель из Тернополя. А бытовые отходы, согласно товарно-транспортным накладным, принадлежат львовскому предприятию. Как сообщили водители, они направлялись из Львова в Днепр. В Тернопольскую область якобы заехали на дозаправку. Кроме того, им нужно было отремонтировать двигатель. Сейчас фуры на штрафплощадке. Всего в Тернопольской области зафиксировали уже 13 случаев ввоза львовского мусора.